А это у нас атлас Ужерстица. Сейчас мы начнем улицу. Всем привет! В этот раз решил немного изменить формат, добавил аудио сопровождение с комментариями. В прошлый раз, когда я был в Стамбуле, мы встретились с несколькими частными вузами, посмотрели, сняли обзоры и заключили с ними договора по зачислению наших студентов с хорошей скидкой. Обзоры на университеты Шанташе и Халич вы уже видели. Это у нас университет Атлас. Он находится в городе Стамбул. Основан в 2018 году, но в это новое здание они зашли в 2020 году. Территория очень хорошая, чистая. Мы как раз попали на праздник весны. Здесь проходил концерт, раздавали бесплатную еду для студентов. И вообще они отдыхали. Я прошелся по зданию, посмотрел аудиторию. Мне очень все понравилось. Понравился первый этаж, там находится именно регистратура и фудкорт. То есть студенты могут там сидеть, общаться, да, пить кофе и так далее. Провели встречу с ректоратом, заключили договора, дали нам очень хорошие условия. Так что если вам понравился университет и вы хотите учиться здесь, вы можете оставлять свои заявки, комментарии. Наши менеджера свяжутся с вами и все объяснят.